Йоху, всем привет, с вами Инсган, и мы продолжаем наш долгий-долгий Breath или Breath Edge, как я его раньше называл. На самом деле, хер его знает, как он там правильно называется, хотя в комментах, я помню, писали-писали варианты, да. Собственно, на чем мы остановились? Ух ты, коровка какая. На чем мы остановились? Давненько, на самом деле, я уже не играл, пока, опять же, как знают те, кто смотрел видосик по Saints Row. Пока я болел, пока тут немножечко отдохнул, и прошло-то уже, наверное, недели две, и я тут, честно говоря, уже не очень что-то помню, хотя вспоминается, что? Что нам нужно было сделать пилу-дрель, вот она, и раздрелить, кстати, навигационные чипы тоже собираем, вещь нужная нам, навигацию собрать, надо 4, у нас есть 3, где еще один? Алло, можно мне, пожалуйста, один? Лутаем все, что видим. Так, это, наверное, тоже можно распилить, но у нас, по-моему, была другая дверь. Вот они, да, все запиленные двери. Или дальше вон проход есть. Пойдем-ка посмотрим-ка, давай-ка мы на всякий случай достанем бластер. Если что, будем бластырять, хотя писали в комментах, что тут еще курить нельзя, да? Ай-яй-яй, только хотелось затянуться первый раз за игру, сигареточку взять, но нет. Да, вот он, смотри, прохода нет, запрещено. Но, естественно, нам надо туда, куда же еще. Так вот, в комментах писали, что тут какая-то бубука-бузяка, монстр, привидение чудовища, и где-то сейчас я его выпущу, но это сюжет, ух ты, но это сюжет, от него никуда не денешься. Смотрели, да, уже отличный инструмент при использовании по назначению. Если же имеются лишние конечности, то можно прикрутить эту пилу к болгарке и попробовать поработать ей не по дереву, а по металлу. Хозяин данного лезвия пробовал и умер. Молодец, отойти. Собственно, давай-ка берем пилодрель. Вы собрали настоящую... Пилодрель это. Вы же читали мою инструкцию? Ну, конечно, твою инструкцию. Куда без нее? Собственно, я тут пошел, а вы, если вдруг еще не подписались, то обязательно жмыкайте кнопочку подписаться, а мы начинаем. Дверь с петлями. Не понял? Ага, пилить петля. Как хорошо пилится. Петель вскрыта. Одна из двух. Дверь ослаблена. Просто выбейте ее ногой. Ногой? Пожалуйста. Посмотрел еще на ногу. Ни хрена не получилось, да? Ну да. Я рассчитывал на несколько другой эффект, но так тоже подойдет. А что там пуля? О, грузовик. Ой, березоньки. Так чего? Не проходим-то, давай проходи. Я помню... Они пытались вскрыть двери изнутри, но были сильно изранены и потеряли слишком много крови. Кстати, там, блядь, из бластера стреляет этот товарищ. Пластик нам особо-то не... Ух ты. Модуль гравитации. Или они нам не нужны? Лучше, знаешь, все, что модуль, все брать. Собственно, смотри, грузовики тут есть. На кой они хрен здесь у вас? Настоящий лес посреди космоса. Вообще классик. Не очень рационально, но впечатляет. Согласен. Надо все березочки пообнимать. Это я помню, это в комментах писали. Это на 157-й ЗИЛ, похоже, хотя... И на остальные тоже... Похож, да, смотри, вот точно семеро и крылья. Бампер короткий, из рельсы зато. Класс, есть там что в грузовиках? Ни хрена там вроде нет. А это что, генератор? Берем. Генераторы мне тут периодически-то пригождаются. Значит, достаем на всякий случай лом. И идем шупать березки. Привет, потрогать. Ох, блядь, долго это будет. Давай трогаем все березки. Она уже все потрогана, да? Ты там давай в меня не попади своим пульверизатором, блядь, пуляется там лежит. Может, делом займемся? Не, давай потрогаем березоньки. Ах, Россеюшка, как я по тебе скучаю в далеком космосе. Хотя не только в России березы есть, но... Но не менее тем мы будем по дефолту скучать по России. А почему нет? Так, металл. Блять, бесплатно же все. Это же все бесплатно. Подходи, бери, пойдем похвастаем. Похватаем. Хотя, по-моему, только дадут ачивку и больше ничего. Хватит трогать деревья. У нас есть дела. Ну, потрогаем деревья. Погибшие были членами зеленой вселенной. Все так. Были застрелены еще до крушения. Ага. Тихо, блять, у меня попадает, сука, такая. Ладно, хрен с ним. Я еще не закончил березочки трогать. Мне надо вот эти вот все березочки поперетрогать. Зеленая вселенная, видимо, в зеленых скафандрах, да, все. Ух ты, блядь. Я и забыл, какие у них прекрасные маски. Ты посмотри, какой сидит.
Описался, что ли? Бедняга. Давай. Чё, я это уже трогал, да? Вон ту пойдем потрогаем. Вот это я еще не трогал. Иди ко мне, моя хорошая. Так. Прекрасно. Значит, пойдем с этим чуваком разбираться. С другой стороны, он только в одном направлении пуляет. О, смотри, там микросхема, еще что-то полезное вроде есть. Все, помри. До свидания. Сломанный гроборобот. Изучить исход. Серьезно, перфокарта? Ну, не перфокарта, конечно, а что это? Я не знаю. Перфокарты, они должны быть с пупырышками, а тут просто единицы нули. После остановки лайнера все причастные подлежат утилизации. Выполнение плавно. Исход активировано. Всем ведущим групп быть готовыми. А сзади ничего нет. Ну, видишь, это у них там прям так и запрограммировано. Взять навигационный чип. Прекрасно, у меня их 4, теперь я могу починить навигатор. Хотя, я точно не уверен, на какой хрен он мне нужен. Смотри, как раскорячило. Ну, это уже, конечно, не ЗИЛ, это что-то другое. Так, вот здесь рядом, опа, аптечка, прекрасно. Здоровье у нас еще есть, поэтому жрать мы ее так сразу не будем, подождем. Так сказать, смола. Ну, давай возьмем смолу. Ох уж это жадность моя, лампочка. Лампочка мне точно не нужна. Идите нахрен со своими лампочками, блять, у меня их и так навалом. Блять, еще там береза. Еще там березы, еще здесь березы. Ладно, опа, это что? А это что такое? Ой, блядь, хомяк. Действительно. Но, возможно, он причастен был как-то. Там сказано, всех причастных. Мне кажется, шутка затянулась. Пойдемте. Всех причастных надо ликвидировать. Смотри, там астероиды видно, прям прикольно, да? Такое окошко. Опа, здрасте. Зеленой вселенной. Похоже, на это задание отбирались самые одаренные члены организации, не способные даже маску нормально надеть. Есть вероятность. А что за звук такой нагнетается, а? Можно, пожалуйста, без этих всяких разных звуков? Где-то здесь, наверное, сейчас будет это чудовище, о котором мне писали в комментах, которое бесполезно мочить, надо просто убегать. Хотя я не уверен. Но в любом случае сейчас увидим. Сколько там еще берез-то потроганных, непотроганных осталось? Бля, как их много прям вообще, да? Давай, сейчас быстренько, быстренько пробежим. Все березоньки погладим. Ты что, не видел, что ли, вот эти вот раньше бабульки были в парке, блядь, встанет к дереву и стоит, лбом его подпирает, типа, ох, блядь, мне березонька силу дает, силу земли. Самые изощренные, конечно, с огурцами практиковались, но мы не из этих, мы просто, пожалуй, погладим, нам и так хорошо. Вы собираетесь потрогать все стволы, чтобы получить достижение? Ага. Давайте я упрощу задачу и выдам его сразу. Спасибо, братан. А если это самое? Если остальные все дотрогать, то будет еще какое-то достижение, нет? Типа, один хер все потрогал. Ну давай посмотрим, много их там, немного осталось. А ты че, блять, раньше-то мне не мог дать сразу? На кой хрен мы их тут бегали, трогали? Так, здесь, что, трубы, на трубы, наверное, не залезть. Пойдем вокруг обойдем, потом пойдем к кораблю, потому что там самое вкусное и интересное. Блять. Тихо, 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 тихо. Она бы нам пригодилась. Нужно как-то обойти защиту, но только не ломать. Ломать нельзя, да? Но... Оп, здрасте. Тихо. Бля, у меня так и ХП кончится. Пойдем вот туда. Стой! Отстань! Перестань! Не надо у меня стрелять, мне и так хорошо. Бля, аптечку-то можно и сожрать, кстати. Кстати, знаете ли... Вот здесь... в смысле, блядь, надо было внутрь зайти, что ли? Вон, еще березки, я тебя трогал? Непонятно. Ладно, пойдем поглядим сзади, может, что-нибудь есть, типа, значки, смотри, какой... Ох! Ох, какие вид... О-о-о! А подожди, мы что, устроить воткнуть? Ну да, вероятно. Так, чтобы ее обойти стопудово, надо зайти вот в эту дверь. А чтобы зайти вот в эту дверь, нам совсем... Это вы что, на меня так смотрите, да? Давай я отойду. Давай не пойдем уж, пожалуй, напрямик-то к ним. Как бы, наверное, этого делать, возможно, не стоит. Подожди, 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 не одупляй. Эти провода ведут к челноку, блин. И, судя по маркировке, предназначены для питания легкого вооружения. Угу. Конечно, это они. Что еще тут может быть? Так, так, титан... Блять, сколько у меня? Есть еще место, ладно.
Ох, надо весь лут пособрать, мне все это будет нужно. Металла тоже, по-моему, дохрена. А мне это, кстати, складывать некуда же. У меня же все завалено. Как-то неприятно. Проволока. Проволоку тоже возьмем. Так, провода, где их? Ага, замкнуть, пожалуйста. У меня давно зреет вопрос относительно ваших теплых взаимоотношений с курицей. Ну, курица это... Кстати, моя слабость. Защита деактивирована. Все, отлично. Пойдем разбирать, что там было. Березки будем дотрагивать или нет? Наверное, давай дотрогаем на всякий случай. А вдруг дадут ачивку и 1 000 000 евро? Хотя на кой хрен мне тут 1 000 000 евро, не очень понятно, но... Ага. Ой, бля, как их много-то. Давай попробуем трогануть. О, там что-то валяется. Корова, что ли, блядь? Кто сюда корову привел? Че и жрать-то тут? Травы-то нету, это просто зеленый пол. Ох, березоньки. Мои хорошие, одинаковые прям. Подозрительно одинаковые березы, знаешь, они клонированные. Завязывайте. А, видишь, успокоиться не можешь. Нет уж, блядь, я все дотрогаю, знаешь. Знаешь, березоньки-то обнимать это вот, что может быть лучше в космосе. Буратино у вас не получится. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Может, я сейчас наглажу, настругаю и бабу себе выстругаю, и мне не нужна будет эта как ее. Ваша любовь к березам привела к увеличению... Да к чему она не привела? Заканчивайте, говорю. Подожди, мне надо все березы потрогать. Это мы уже трогали, да? Все, пойдем. Смотри, корова дохлая валяется. Конечно, дохлая, жрать-то нечего было. Даже коров не пощадили. Ну, возможно, еще вот эти вот дырки немножечко, так сказать, помогли ей перейти в мир иной. А, ладно, ни слова больше не скажу. Серьезно? Ну ты уж говори что-нибудь, все веселее. Опа, достижение «Своя голова». Спасибо. А я знал, что будет ачивка. Ну и писали, правда, что надо потрогать все березы. С другой стороны, еще несколько у нас осталось. Это, видимо, знаешь, чтобы... Типа, если ты пропустил... Несколько штук, чтобы не париться, не трогать. Но мы, по-моему, не пропустили ни одной. Все, хорошо. Так, продолжим. Что у нас тут еще? Там дроны разбитые, в них наверняка есть эта хрень какая-то там. У ремонтных бригад нет никакой связи с зеленой вселенной. Его убийство было бессмысленным. Ну да. Тут в космосе случается много бессмысленных убийств. Так, где тут у вас вход? Вот что мне интересно. Здесь входа нет, видимо, да? С той стороны, где бластеры, наверное. Скорее всего, надо заходить. Можно их скрутить как-нибудь? Давай сожрем. Аптечку все равно она у вас есть. Плюс 50. Опа. Огонь. Давай сразу попьем, пожрем. Еще пожрем, еще попьем. Вот так хорошо. Все равно у нас хреново туча инвентаря занята. Потом можно будет поспать. Так, здравствуйте. Вот тут у вас, я вижу, тропиночка. Здесь что еще можно? Гробы подбитые. Ничего хорошего, это мы все видели. Здесь тележка железа. Это что такое? Листья? Думаешь, они настоящие? Не знаю. Так, стоп, это что? Это магнит. Магнит мне пока... Регистрационный номер чулнока скрыт. Учитывая, что в жилых помещениях была верхушка зеленой вселенной, здесь находился кто-то еще хуже. Подожди, вылези. Блять, мне бы только не застрять, как в прошлый раз. Ну давай, сохранимся, наверное, да? Что-то вот как-то вот раз еще хуже. Ага, спасибо. Здравствуйте, мне можно навигацию, пожалуйста? Не так. Может быть. Это же личный челнок Фредерика Мамони, лидера зеленой вселенной. И, похоже, личные куски его тела. Где, вот эти? О, кнопочка. Ты смотри, ну нормально. Узел связи взломан, если можно так сказать. Кто-то грохнул прям. Фредерик болеет, но больше похоже на то, что кто-то его убил задолго до полета лайнера. Да, есть вероятность. Ликоплазма в баночке. Хорошо, это нам пригодится. Питательный набор. Здесь скафандр нет. Это что за скафандрик? Изучить скафандр Мамони. Хорошо. А, это просто так. Судя по всему, я думал, это можно изучить, и как бы останется типа чертеж. Судя по всему, искусственный интеллект этого скафандра ушел в принудительную загрузку обновления от шока. Да так и не вернулся. Возможно, специалисты сумеют выудить из него подробности гибели Фредерика, а может и нет. Да и хуй с ним. Не то, чтобы мне не наплевать. Пойдем изучим тогда еще синтезатор голоса. Ух ты, блядь, это голосовая связка там, типа. Мне кажется, она по-другому выглядит. Это, скорее всего,
Пищевод какой-то. Ладно. Микрофон, простенький преобразователь колебаний, изолента и какой-то кусок мяса. Мое изучение анатомии закончилось в 15 лет, когда я добрался до... неважно. Но вот это очень похоже на трахею. Не уверен, как эта штука работала, но, видимо, успешно. Раз зеленые выполняли приказы своего мертвого лидера. Ну да, шикарно. Забавная штучка. Так. Ну, там самое интересное это, да? Или... А подожди, а что? Во. А вот и система антиастероидной защиты. Ага. Ее даже не придется взламывать, ведь это уже сделали за нас. Замечательно. Осталось найти несколько редких деталей. Собрать оборудование. Требуется щуп. А, сейчас, подожди. Щуп, пожалуйста, на троечку. Бляха, о, успел. Как раз на последний, на один остался. Микроплазм. Микроскопический и плазменный что-то там. Где он? Электроника, батарейка, навигационная, тра-та-та. А чё, я же только что собрал. А, вот он. Микроскопический и плазменный что-то там, который, судя по трещанию скафандера, помогает и системе наведения, и системе охлаждения, и системе плазмования. Что бы это ни значило. Хотя на вид это скорее мусор нелепый, а не полезная деталь. Так, хорошо. Ой. Чё? А как это про... Подожди, не падай. Как это произошло, хотел я спросить. Ну да ладно, пойдем еще раз зайдем. А подожди. Так, это рука ящика. Сюда вообще можно было вылезать-то? Или это все получилось само? Не знаю. Двигатель валяется. Немножечко отвалился. Вот эти сычки. Как вас раздолбать-то? Можно вас как-то раздолбать? Ладно, не буду. Подожди, давай залезем, вернемся обратно. Посмотрим. Главный зеленый давно мертв. Вся правящая верхушка организации убита. Угу. Окрушение произошло по инициативе неизвестных лиц, управляющих гробами. Звучит как дешевый сценарий к боевику. Ну да, так себе. Электроника, давай возьмем. Вода вроде у нас. Ну давай одну возьмем. Две возьмем. Ох, моя жадность, бля. Так, значит, зеленых всех порасхерачили. Он тут уже мертвый давно валяется. Что тут еще? Вот тут шкаф есть. Не работает. Здесь сверху еще что-то можно надыбать? Ничего нельзя. А жаль. О, добывать фильтр. Ремонтный инструмент. Давай, ремонтный инструмент у меня имеется. Система фильтрации взял. На кой хрен она мне нужна, не знаю. Но пусть будет. Так, не зря шел, да? Да, не зря. Все, погнали дальше. Что у нас? Исследовать космос, создать антиастероидную защиту. Вот у меня она, кстати, видимо, сейчас и создастся. Да? Обследовать неизвестный отсек, создать и установить систему фильтрации, создать и установить навигатор. А, это туалет открылся, да? Туалет, как тобой пользоваться? Я что-то и забыл. А там есть какая-то кнопочка типа J, F. Не, о. Ну-ка. Ага, попадаю. Хорошо. Что-то, по-моему, за это дадут. Ткань. Еще? Это звук подозрительный. А, вода уменьшается. Ну ладно, ничего. Проволока. Не, проволока мне не нужна. Все, я пошел, короче. Так, что здесь? Ни хрена здесь, да? Больше нельзя сделать. Это далеко. Тут непонятно. Пойдем выйдем. Ну, на этом, по-моему, не знаю, как его сказать-то. На этой станции я уже все обследовал. Или не все? Так, это далеко. Это тоже далеко. Сверху. Оу. У него сверху скафандр видно, прикол. Так, здесь что-то есть поближе, остальное все тоже далеко. Погнали. Смотрите, какие газульки, да? Или на ГАЗ-53, что ли, похоже. Непонятно. Смотри, там что-то... А, это мы все... А, и вторая стена упала, да? Я не хочу верить в причастность ко всему этому компании Presage, ага. Но обязан сообщить, что при подписании контракта на похороны в пользовательском соглашении вы согласились на все. Вообще на все. Ну да, кто же его читает-то? Так, ладно, отсюда как бы не выйти.
Диагностика систем ТС-4ЕН-21АР-6. Начало? Конец. Нихера непонятно. Ох, ебать. 784 тысячи мегагерц? Серьезно. Серьезная аппаратура. Так, а это что? Щелочь. Щелочь, ладно. Ладно, тут все закрыто, тут больше, вероятно, ничего не найти. И, скорее всего, нам нужно было просто добраться до этого навигатора. А дальше уваливать к следующей станции. Боже, сколько много здесь ходьбы. Где выход-то? Выход-то где? Туда-сюда завитушками ходим. Лабиринты лабиринтим. Ладно, хоть нас никто не стреляет. Хотя потом, опять же, в комментах писали, что... Несмотря на явные признаки какого-то масштабного заговора, у меня не проходит ощущение того, что сама катастрофа носила случайный характер. Там 180 метров. Не могу вычислить, какую выгоду могли получить гипотетические террористы от полного уничтожения лайнера. Вероятнее всего, активисты Зеленой Вселенной выполняли приказ по захвату корабля и попросту облажались, что подтверждается некоторыми нашими находками. Ну да, но кто-то же их, смотри, отхерачил. Это гробы, что ли? Зачем их привязывать? Или они сами привязались? Подожди, здесь я был уже, чё? Что? О, туалет. Тут в туалете ничего нет. Еще есть какая-то вот там вот у нас метка. Но, скорее всего, это корабль. Скорее всего, это прям наш корабль. Прям он там стоит и прям нас ждет, да? Да, он 100 метров, даже 2 метра. Да, это я видел. Вероятно, мы 3 метки. А что, мы 3 действия прям можем сделать на корабле? Серьезно? Серьезно? Ну-ка. А ну-ка. Что, зависло автосохранение? Спасибо. Идем дальше. Так. Где 3 метки? Да, давай музыку вырубим. Пусть такая играет. Труселя висят. Хоть моется, молодец. О, не-не-не, вот это вот. Не знаю. Ладно, так, стоп, вот одна метка. Заменить навигатор. Необходим навигатор, блять. Вот вторая метка. Установить систему фильтрации. Да. Улучшить челнок, блок контроля. Нет подходящей детали. Давай Ух, песня новая. Так, предметы. Вот, навигатор. Две лампочки и два очищенных металла, и будет у нас навигатор. Две лампочки, два очищенных металла. Лампочки две, очищенных металла две. Ни хрена нет. А чё так лампочек мало? Это несколько подозрительно. А, вот они, да. Погнали, давай. Давай, сейчас у нас будет навигатор. Отлично. Давай, лепи, тарахти. Ага. Навигатор. Давай хоть почитаем. Без навигационной системы корабль не сможет совершить прыжок. И мы отсюда никогда не выберемся. Хотя, конечно, можно взломать систему управления и прыгнуть без координат куда-нибудь в центр сверхновой звезды, но лучше я попробую собрать самодельный навигатор. Смотри, костюм-то тоже жить хочет. Пожалуйста, навигатор. Та-дам! Навигатор установлен. Улучшение этой самой гравитации. Так, видимо, мы выполнили. Челнок. Выполнили... задачу, как она у нас называется, это квест, снаряжение еще какое есть, предметы. Смотри, охлаждающий блок, он нам, по-моему, уже не нужен. Вот, антистероидная защита, микроплазм 2, у нас один только, да? Ай-яй-яй-яй-яй, компенсатор, магнит, индуктор. Ой, блядь, музыка какая заиграла. Система фильтрации, смотри, фильтр 4, щелочь 2. Фильтр 4, щелочь 2. Пойдем посмотрим. Ой, какой музон. Да подожди, здесь ничего нету, я знаю. Щелочь, раз, две. Фильтр. Фильтры где-то были. Я их до хрена находил, смотри. Модуль гравитации. Непроводящий гель. Фильтр. Три. А еще-то один где? О, абрикос. Модули в гравитации у меня или модули и гравитации у меня до хрена просто. Чего? Не хватает одного фильтра? Серьезно? Можно мне фильтр один, пожалуйста, открыть? О, фильтр, прекрасно. Это просто замечательно. А зачем мне модуль фильтрации, кто-нибудь?
знает. Система фильтрации, пожалуйста. Так, навигатор, охлаждающий блок мы уже делали. Антиастероидная защита. Вот микроплазма. Найти купол процессора. Это мы уже старое. Все, не нужно, не нужно, не нужно. Не хочу, не надо, не буду. Так, мне нужно сделать щуп. У меня кончился щуп. Нужен очищенный металл и алюминий. Да, давай посмотрим. Нету нигде? Так, здесь нету. Инструмент-то весь у меня в руках, что ли, да? Разрядный элемент еще. Вот это вот нахрен мне, это энергетическое ядро Бресич. Пожалуйста. Металл. Не влез весь. Весь не влез. Так, а вот здесь... Давай микроплазму сюда скинем. Это вот тоже сюда скинем, и это... А, не влазит, да? Надо прибраться бы в этих... чемоданах. Но, блядь, в них места уже нет. Угу. Вот, ткань, лейкоплазма, резина, проволока. Система фильтрации. Сейчас поставим генераторов, две штуки нахрен не нужны. Все, остался инструмент, два бластера, прекрасно. Ничего там не заканчивается. Ох, какой лом хороший. Прочность 5, секатор не очень. Ладно, так, подожди, а что мне нужно было для... этого, как его, щупа? Щуп же, да? Да, щуп. Очищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. Очищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. Проволока, алюминий, батарейка и очищенный металл. Очищенный металл и батарейка осталась. Мне, пожалуйста, батарейку. Battery. Электроника, навигационный чип. О! Одна, вот зараза. Батареек маловато, надо будет пособрать, наверное, да, где-то. Где-то пособрать, чтобы был, так сказать, запасик. Так, здесь что? А, вот три батарейки, ну ладно. Оп, система фильтрации, пожалуйста. Система фильтрации установлена, но я, кстати, забыл прочитать, для чего она нужна. Дешифровать ленту. Нет у меня ленты. Так, здесь все или нет? Исследовать космос, создать антиастероидную защиту, обследовать неизвестный отсек. Давай посмотрим по меткам. Крафтовый стол. Ага, ремонтники. Пастбище, отсек полиции. Оу. Метка скафандра, ремонтники. Все, типа отсюда мы двигаем же, да? Наверное, давай встаем. Погнали, как там рулить? Ага. 4 километра, 3 километра, 3 это ремонт, 1,8. Ну, погнали к коровам, что они ближе всех. Так, мы ускоряться-то там можем как-то, нет? А как выровняться, можно как-то? Смотри, типа тень. Странно, что. От меня, что ли, освещение там, алло? Так, здесь где-то скафандры, вероятно, были. Не скафандры, гробы, они там летающие. Бортовые орудия уровень 2. Отлично. Пойдем посмотрим, что там с коровами. И у нас еще останется... Да не так много меток, отсек полиции, наверное. Здравствуйте, где тут у вас можно припарковаться? Мне, пожалуйста, скажите. Ох, зеленая этой жижи еды, или как она там валяется, сколько, да? Угу, до метки я долетел. А куда? Или я был уже здесь? Что-то я не помню. Но подожди, эта метка же пропала? Березовая, где я только что был. Или нет? Где стыковочная? Это что-нибудь? Это майонез, нет? Ну-ка давай. Тихонечку, тихонько. Майонез. Но что-то там упирается, никуда там особо не воткнешься. Это что такое? Это вон корова летает. Здравствуйте. Да, вон корова летает. Так, а куда мне здесь стыковаться-то, парковаться-то куда? Где тут у вас стыковочный шлюз, пожалуйста, будьте любезны мне. Мне его. Давай назад отлетим. Равно ни хрена непонятно. Что, к другой, что ли, лететь? 2900, 4700. А там, подожди, что?
Метка скафандра, ремонтники, отсек полиции. Там внутреннее помещение отсека полиции. А этого уже нету больше, да, где? Вот там березки, да, все, метка пропала. Значит, мне там больше не интересненько. А с коровами-то как? Или коровы опять надо... Опа, березники. Или с коровами опять надо в космосе шариться? Где тут у вас стыковальня, простите? Нигде не видно, представляешь? Вот и куда мне швартоваться здесь? Или как это по-космическому-то называется? Давай тут объедем. Не, бляха-муха. Я не специально. Конечно, понакидали тут всякого. Непонятно. Создать астероидную, обследовать неизвестный отсек. Трубу, может, можно залезть? Нет, нельзя. Или с коровами мы что-то искали, так и не нашли. Ой, пойди-ка, разберись тут с вашими этими. А можно, почему он вверх? А, нет, летит, смотри-ка. На Alt останавливается, на Ctrl вниз, точно, все. Давай. Не, что-то тут ни хрена нет, кроме коров. Это просто место. А там помечено что-нибудь? Ну-ка, подожди, в метках у нас. Пастбище. Пастбище синтетических коров. И что мне это пастбище? Это корова синтетическая, смотри. Кстати, вы заметили, что синтетическая кровь не замерзла в открытом космосе? Запишу себе в бесполезные факты. Да, забавно, что это она такая. Так, ладно, короче, здесь нам, видимо, делать нехрен. Пойдем либо туда, либо туда. Судя по тому, что это ближе, пойдем туда. Отсек полиции. Ну, знаем, чем тут занималась полиция. Ускорителя у нас нету, да? Да, нету. Так, это ремонтники, это эти, гробов вроде как не видно. Немножко выше пойдем. Там нет гробов? Нет гробов. Все, погнали. Вот здесь, видимо, электричество, наверное, здесь гробы были, их база или станция, или как она там называется. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, вон там еще, смотри, какой-то этот валяет. Там что-то, по-моему... Вон, блядь, там что-то пролетело, нет? Мне не показалось? Или это тень просто? Тут космического хлама, да, это тень, скорее всего. Космического хлама-то тут прям хватает. Вот тут вроде вот таких вот. Да, вон гробы летают, смотри, суки, а? Нет, не долетает. Бля, как много их. Рембаза, да пойдем туда. Ага. Ну, этих-то можно раздолбать. Блядь, гробы далеко, недалеко они. Осторожно, турели. Да, вижу. Похоже, они на меня сагрятся? Похоже, на один из отсеков военной космической полиции. Их челноки защищались с лучшими защитными системами, и если не получится найти корабль на ходу, можно попытаться хотя бы снять часть бронированной обшивки и залатать пробоины на Нормандии. Ну да, неплохая идея. А чё ты... Бляха, вот есть. Остальные давай тоже сразу побьем, блядь, чтобы не париться. Как вас там много. А чё, вообще не попадаем, что ли? Алло. Так, это кто там на меня так прицелился? Кровожадно. Ты где там? С той стороны... Да подожди ты. Во, попал. Так, еще желающие. Угу, здравствуйте. Так, и вон там еще одна должна быть, нет? Чё-то не видно. Ну, не видно и не видно. Так, все, погнали парковаться. Точно троили больше нет? По-моему, нет. Да, все, хрен с вами. Так, где тут у вас? Где тут у вас корабли швартуются? Пусть космические. Тихо, тихо, тихо. Не, наверное, с другой стороны. Вот там, где турель прям на меня смотрела, такая: «Привет!» А у меня для нее снаряды. Вот это вот что? Здравствуйте, мне вот сюда... Как-то можно? Нельзя? Вот это? Смотри, горит. Ага, стыковка. Вот-вот-вот-вот, жопкой прям, жопкой. Хлопс, здрасте.
Военные. Это не очень хорошо. У нас сейчас должно быть автосохранение. По выходу из этого 7 зарядов. Немного. Да, сохраняйся. Опа, невесомость. Подожди-ка. Мне желательно лучше весомость. Металл, металл, металл. Фигня. Стоп. Видимо, выживших мы и здесь не найдем. А, ну ладно тогда. Магнит. Давай возьмем. Да, вот они, вояки в своих зеленых скафандрах, но... Что-то им эти зеленые скафандры не сильно помогли. В окошко давай посмотрим. О, ЗАЗ-1 автомобиль. Дверь. Как неожиданно. Согласен. Просто очень внезапно, никто не ожидал такого. Такого поворота, такого исхода. Давай, 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 давай. Ага, за дверью коридор тоже, кстати, внезапно. О, гравитация появилась. Сладкий набор, ладно. Лампочка не надо. Соленый набор. Модуль гравитации, не знаю уж, зачем они мне. Знакомая емкость. Разве это не капсула с одним из тех уродливых гибридов коровы и курицы, которых вы безответственно запустили на поверхность планеты? Надеюсь, возможно. Она изначально была пустой, так как самого мутанта что-то не видно. Ага. Здравствуйте. Дверь заблокирована. Теперь стало понятно, где нас ждет этот товарищ. Что там? А, вода. Да, давай воды попьем. Раз, два. И поедим тогда уж. Опа, хорошо. Хорошо, вот он как раз здесь полз, оставил свои следы. Стрелять в него сказали бесполезно. Эти мы... следы не сулят ничего хорошего. Рука и позвоночник. Соответственно, мы и пытаться не будем. Лейкоплазма уж не знаю, зачем мне. Так, здесь тоже со всеми разобрались. Титанчик, да не нет у меня места. Да, нам бы под такой удар-то нежелательно попадаться бы. Модуль гравитации. На кой хрен мне так много модулей Похоже, гравитации? Это единственный путь к военным челнокам. Предлагаю повернуть назад и попытаться найти более безопасное место для мародерства. Подожди. Ага. Так, давай отсканируем. Где у нас сканер? Вот он, пожалуйста, на троечку. Угу, спасибо. Установить антиграф. Необходим антиграф. Логично, да? Да. Так. Или типа мне сначала надо сделать антиграф? Зараза какая. Так, ладно, пойдем быстренько посмотрим, что там сделаем. Антиграф, хрен с ним. Тут, в принципе, недалеко, 150 метров. Главный вопрос, из чего он делается и почему у меня зарядов все меньше и меньше. Зарядов бластера, мне надо пострелять. Но там еще один есть на 30 зарядов, в принципе, живем. Летим, бодро летим, хорошо летим. Среди трупов летим. Но мы уже привыкли. Тут как бы вся игра такая среди трупов. Давай мне гравитацию. Не кричи так громко, пожалуйста. Так. Мы уже теперь... Всё. О, антиграф. Модуль гравитации 4, индуктор, компенсатор, батарейка 2. Ох, модуль гравитации 4, индуктор, компенсатор. Так надо было посмотреть, батарейки 2. Модуль гравитации 1, 2, 3, 4. Так, индуктор, компенсатор, чё? Как? Да ты подожди, так не скачи сильно-то. Еще раз давайте посмотрим. Индуктор и компенсатор мне нужны. Это композитные ресурсы, корпус, кенотрон, строительный индуктор. Металл, пластик, проволока 2, компенсатор, щелочь еще надо добавить. Щелочь, металл, пластик и 2 проволоки. Щелочь. 2 проволоки. Раз, два. Пластик. Щелочь. И, по-моему, металл. Металл. И щелочь. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай, 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 давай. Ресурсы, композитные, компенсатор. Угу. Индуктор. Угу.
Пожалуйста, антиграф. Сейчас впихнем и будем быстро-быстро съебывать. Так, по мнению скафандра, эта штука без проблем должна запитать систему контроля гравитации. Как по мне, это просто какая-то мутированная батарейка. Интересно, зачем вообще надо отключать гравитацию в технических и вентиляционных проходах? Нет, в технических и вентиляционных. Ладно. Погнали. Все, у нас готовность полная, боевое сохранение. Было интересно, нет? Что-то я не помню. А мне бы лучше вспомнить. Потому что оно сейчас актуально. Ох уж эти мутанты, чудовища, монстры. Кто там они еще? Так. Обследовать неизвестный отсек. Ну это, кстати же, этот, полиция получается. Тут неспроста все. Тут все неспроста, знаешь. Здрасте. Антиграф установлен. Использовать. Он залез сам. Теперь вам сам ползет. По пункту договора 867А. Ну ничего страшного. За порчу скафандра слизью неизвестного происхождения. Так он тут сам был, я-то не при делах. Компенсатор. Питательный набор. Бутылка воды. Ой, блядь, наверх. Жаль, что кровавые. Ну да, что-то они не очень сильно выжили, по-моему. Так, батарейка. Берем батарейки, ладно, нужно, нужная вещь. Так, алюминий пусть пока не надо. Вода есть. Еды давай возьмем. Щелочь. Так, проволока. Вероятно, он по вентиляции и полз. О, куда это мне? Судя по подсвеченной, очищенный металл, что такой большой? Судя по подсвеченной двери, мне в ту дверь, а это что? Пластик. А эти обе закрыты будут, да? Да, смола. Металл. Металл вроде тоже есть. Ну давай. Наблюдаю признаки неизвестного заражения на данном теле. По межгалактическому регламенту номер 6 вы обязаны взять образцы. И что мне, блядь, с ними делать? Электроника. Берем ткань. Ну пусть будет. Ткани я что-то не помню, чтобы у меня было много. Ох. А почему рук-то? Откуда столько? Обшивка добывать, ткань взять. Давай возьмем ткань. Значит, резина. Туалет. Проходить надо вот туда. Видимо, не стоит пока здесь ходить на туалет, а что-то товарищи как-то немножечко засосало. Самую малость. В сумке-то есть что-нибудь? Стопуда уже полезное что-нибудь было. Аптечка. Спасибо. Конечно, изучить соскоб. О, смотри, соскоб. Гвоздь, на нем еще какая-то хрень, у нее воткнута. Раскручена эта какая? Скрепка. Образец слизистой носа погибшего. А, носа. За неимением медицинского оборудования собран каким-то ржавым гвоздем, валявшимся неподалеку. Но какая разница? Не думаю, что этот образец кому-то поможет. Но... перебдеть никогда не помешает. Не, мы его оставим. Он тут как бы немножечко не там. Так. Здесь совсем недавно произошла настоящая бойня. Да, согласен. Что-нибудь полезное-то от вас осталось, нет? Изучить. Странное яйцо. Ух ты, блядь, оно еще и яйца откладывает. Похоже на какое-то странное яйцо. Может быть, из него могло бы... Ох, корова, что ли? Корова, да. Что-нибудь вылупится, но курица почему-то не хочет его высиживать. Ну, в целом, мы как бы... Возможно, даже и неплохо, что... Взять батарейку, возьмем. Судя по заплетающимся следам, ведущим из каюты, мутант напал на этих бедолаг и нализался крови, в которой было немало чего-то спирта содержащего. Угу. Куда он пошел-то? Хорошо, что эти местные бухали. Изучить открывашка. П-пиво. А, пи-пиво. Безалкогольное, 3-14 литра. Рука волосатая. А, типа банки открывает. На фоне глобальной эмансипации женщин, невозможность открыть простейшую стеклянную банку из-за разницы в физических данных не давала покоя особо активным феминисткам. Решить эту проблему вызвался профессор Шаров, создав данное чудо инженерной мысли, за что был пожизненно заклеймен как грязный мачист. Так, ткань мне не нужна особо пока что.
Металл, пивко, пивко, пиво. Тут бухали нормально. Изучить пи-пиво. Пей пен, пей пи-пиво. Чего? Пенное пи-пиво пей. Не пьяней и стань умней. Безалкогольную сгущенку, похожая этикетка. Официальный спонсор математической олимпиады трезвенников. Рекламный плакат безалкогольного пивного напитка, активно распространяемого на знаменитой математической олимпиаде трезвенников. Не знаю, реально ли было оно популярным у участников олимпиады, но вот среди зрителей трезвых точно никогда не было. Хорошо, пи-пиво. Так, навигационный чип. А ко мне так-то они уже и не нужны. Ликоплазмы немножечко возьмем. Всю брать не будем, потому что сколько можно. Пойдем. Стоп. Ага, сейчас мы уже дойдем до метки. И сохранимся опять. Сохранение, мать учения. Хотя тут, ну-ка. Не видно. Ну пойдем, пойдем, пойдем дальше. Пройдем, металл, не надо, сопли. Кстати, это единственные выжившие помимо нас и вашей собеседницы со странным акцентом. Точнее, это были единственные выжившие, пока вы не отправили к ним капсулу с мутантом. А, да, это я отправил, думаешь? Толщенная изолента. Давненько не было, ладно, возьмем. Но, как бы... Сейчас-то уже какие вопросы? Индуктор. Берем. Кстати же, большой? Нет, маленький. Толщенная изолента. Давай тоже возьмем. Так, здесь опять, что ли, гравитационный чип использовать? Вентиляционная решетка. Тут уже один что-то использовал, блядь. Ладно, давай. Давай, 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 ладно, идем. Сам сейчас. Опа, нихуя себе, здравствуйте. Давай, давай, сваливай. Но он сам тут бежит. Это точно мутант из пробирки. Да, похож. Надеюсь, он не сможет пролезть за нами, но стоит поскорее отсюда убраться. Да, ты прав, сваливать надо бодренько. Это где это мы? Кстати, мы нашли челноки. Найти бронепластину. Какие челноки-то? Ну говорят, да, бить его... А, вот они. Но нам в первую очередь были нужны их бронепластины. Бить мутанта, говорят, бесполезно? Я не понимаю, блядь. Мутанта, но оно точно хочет нас убить. Да, есть такая вероятность, поэтому будем довольно бодренько съебывать в сторону выхода. Где, вот эти, что ли, брони? Да почему ты не можешь запрыгнуть-то? Алло, соберись давай. Вот. Как ты понял? Давай, 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 давай. Нам немного осталось добежать. Есть бронепластины. Сохранение, по-моему, прошло, нет? Я бы поторопился. Блядь, да я тороплюсь, ты знаешь, как могу. А чё везде вентиляция? Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Сейчас возьмем бронепластины и съебываем отсюда бодрым темпом. Челнок на ремонте. Нужно его осмотреть. Ну эти да. Эти звуки не сулят ничего хорошего. Похоже чё, на что? Панель управления фиксатор. Фиксатором. И чё? Чё-то он, по-моему, не очень фиксирует. А вот она. Бронепластина, угу. Которой мы сможем закрыть пробоину на ядре. Ее как раз не успели полностью приварить. Нужно оторвать крепление и убрать фиксатор. Так, тут чьи-то кишки немножко валяются. Оторвать крепление и убрать фиксатор. Не понял, какое крепление? Это вот это? Вот так, что ли, отрывать-то, нет? Не понял. Yes. Бля, кончился. Кончился бластер мой. Ага. А у меня точно хватит зарядов-то 21, но должно так-то. Блять, а может и нет. Ох, новое достижение стрелок, спасибо. Осталось лишь убрать фиксатор. 4 заряда осталось, серьезно? Какого хрена? Использовать. И чё, и чё, и чё, и чё? Да, блядь. А, сейчас его придавит. Осмотреть пластину. Я не подумал, что вес пластины превышает 900 килограммов. Может, все же посмотрим на нее поближе? Ладно, давай поглядим. Ух, блядь. Ну, а чё нам тереть-то уже, да? Судя по останкам мутанта, пластина действительно тяжеловата. Ну да. Вы точно не сможете ее дотащить.
Только что же было что-то, а вот осмотреть. Похоже, дотащить ее не получится. Нет это такого варианта, да? Какой-то другой игры. У вас вообще нет никакой силы. Пора возвращаться. Ну, он мутанта зато завалил. Надеюсь, он тут был один. Да, если их тут двое, то это как бы будет немножко минус. Ну, такой красавчик, конечно, да. С другой стороны, прямо скажем, я его не очень успел разглядеть, я немножечко свалил. Так а что, и все, и мутанты, больше ничего полезного-то не будет? Не пойдем. Какой крикун был, да? А, вон так-то можно и обратно забраться. Тут это далеко. Ну, навряд ли здесь есть что-то еще прям такое полезное, да? Или есть? Нет, вон металл. Краска даже есть. Правда, я краски набрал. Остатки вон кого-то. Так может мне что-нибудь скрутить с этих челноков-то? Раз уж они здесь стоят. Ну или что, или хрен с ним, пойдем обратно. Пойдем обратно, раз уж нам тут сделали второй выход. Видимо, все ведет туда, да и от металл очищенный. Да и скорее всего, если бы тут было что-то такое, не знаешь... Не знаю, что бы этот монстр с нами сделал, если добежал, но вы видели его убогие анимации. Я mm-hmm. еще такого не встречал. Это самое жуткое существо во вселенной, однозначно. Разработчики сами себя подъебывают. Собственно, если бы там было что-то вот в этом здоровом, я не знаю, в здоровом помещении такое прям полезное, то, скорее всего, нам бы дали время там пошариться, походить. Похоже на технический коридор. Можем вернуться по нему, чтобы не ползать по вентиляции. Давай, да. А чё мы сразу-то по нему не попёрлись? Мутант явно пользовался техническими коридорами для перемещения. Ну, кстати, да. Интересно, сколько мутантов пережили полет к планете? Какой планете? И вообще, какого хрена делал же кто-то этих мутантов? К нам-то какие вопросы? А вот и выход. Наверное. Да, похоже и... на то. Да, я был прав. Мы вернулись к Нормандии. Да. Отлично. Рекомендую скорее улетать отсюда. Военную броню мы поставить все равно не сможем. Угнать корабль тоже. Делать нам здесь больше нечего. Согласен. Кстати, пока мы бегали от монстра, кто-то залатал нам пробоины и поставил защитные пластины на корпус. Вероятно, постаралась местная ремонтная бригада, заметив опознавательные знаки корабля капитана Шепарда. Можно было бы даже и из челнока не выходить, получается. Прикол. Орудие готово к бою. Так, собственно, по времени у нас уже что-то ай-яй-яй, ататай. Поэтому надо нам заканчивать эту серию. Что еще? Лучший челнок. Вот надо блок контроля какой-то найти. Вернуться к челноку. Да, исследовать космос, создать... Ага, стыковка, корабль. Нам надо исследовать космос и создать антиастероидную защиту. У нас не что думаю, остались? Стоит посещать это место еще раз. А что, какие-то места стоит посещать еще раз? Это ремонтники, это пастбище, я так и не понял, нахрен оно нужно, возможно, где-то дальше. Вот, исследовать космос, у нас осталось одно неисследованное место, вон там большое, а, прям, подожди, не так, вот так, большая станция какая-то. Метка скафандра, вот она, да, пастбище, ремонтники и ремонтники. Хорошо. Да, значит, в следующей серии летим оттуда, и больше ни хрена не осталось, пока только вот... Вот только пока вот это вот. Может быть, где-то еще там откроется, появятся новые метки, блять, там еще. А, нет, это роботы. Это не роботы, гробы, боевые гробы. Нам они пока не интересны. Смотри, система Нормандии. Осталось зажигание, какой-то пук, видимо, ускорение. Так что-то у нас появилось еще, но я хрен его знает что. В общем, на этом мы, пожалуй, серию заканчиваем. Если вдруг ты еще не жмакнул кнопочку подписаться, обязательно ее тыкай, обязательно жмакай колокольчик, выбирай все-все-все уведомления, иначе они вообще хрен поймешь, как работают. Если серия тебе понравилась, обязательно жмакай лайк, пиши коммент. Ты что-то звучок какой-то подозрительный был, но, возможно, это у меня просто где-то в районе наушничков. Там тоже вон туры. Блять, станция гробов, серьезно? Турель, там же была станция гробов, нет? Короче, ладно, мы пока здесь постоим, выпендриваться не будем, а в следующей серии или подлетим уже к этой базе, или станцию гробов будем разламывать. Не знаю, посмотрим. Но в любом случае, я так понимаю, тут уже осталось не так уж и много сюжета, поэтому скоро будем заканчивать, и Брэсэдж что-то не очень
смотрят, если смотреть по просмотрам, но надеюсь, что те, кто его смотрят, будут рады новой серии. На этом все. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. До встречи в следующей серии. Пока-пока.